Глава курорта Сергей Сергеев потребовал провести серию рейдов по объектам придорожной торговли. Ежедневно специалисты управления торговли и налоговой инспекции выходят в профилактические рейды. Цель – донести до предпринимателей, что работать необходимо в рамках закона и существующих правил. В пятницу контрольная группа проверила придорожные магазины Анапского сельского округа. Причем внимание специалистов было обращено не только на внешний вид торговых точек и благоустройство прилегающих территорий. Комиссия также проверила наличие разрешительных документов. Хозяин этого магазина, торгующего всевозможными сувенирами, уже 7 лет в этом бизнесе, без единого документа. А значит, и налогов в бюджет города от него не видел все 7 лет. Данные, которые указаны в вывеске о принадлежности, не соответствуют. Он уже как 7 лет снят с учета как налогоплательщик. Естественно, прилегающая территория находится в антисанитарном состоянии. Также внутри помещения навеса находится в антисанитарном состоянии. Поэтому будут направлены письма по выяснению по земельному участку на муниципальный контроль о занимании площади, на основании чего. И также на сельский округ, так как находится на Анапском сельском округе на территории. Об оформлении уголка потребителя и говорить не приходится. От продавца тоже добиться ничего не удалось. Не знает ни цен, ни где документы на товар и даже где прописан ее супруг, хозяин магазина. Сотрудник налоговой инспекции выписал уведомление, а материалы по факту нарушения закона будут направлены в суд, который решит, какую сумму штрафа наложить на горе предпринимателя. Соседние хлебопекарни и кафе накануне были закрыты из-за отсутствия соответствующих документов. И такое вопиющее безобразие не только в придорожном сервисе. Салон связи в центре станицы Анапская тоже не выдержал проверку. Ксерокопий документов в уголке потребителя нет, просто нет самих документов. Руководителя и этого магазина ждут штрафные санкции. Профилактические рейды будут проходить ежедневно, и ускользнуть от проверки не удастся ни одному нарушителю. Власти Анапы намерены навести идеальный порядок в сфере придорожной торговли и сервиса на курорте до 1 июня.